Вечера. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Меня видно и слышно. Замечательно, спасибо. Меня зовут Галина Шафиева. Я партнер проекта «Айкум Триумф». Благодарю вас за то, что вы сегодня присутствуете на нашем мероприятии. Поставьте, пожалуйста, единички. Кто пришел в проект совсем недавно? Есть у нас такие люди, новые партнеры, консультанты 3-6%. Или у нас уже все лидеры? Нет, новичков нет, да, все лидеры. Замечательно. Значит, поприветствуйте сами себя за то, что вы сделали правильный выбор и сейчас находитесь в самой успешной команде Oriflame. Сегодняшняя школа новичка посвящена теме «Успешный старт». Давайте познакомимся. До проекта. По образованию я медработник. Работала участковой детской медсестрой. Что не устраивало меня в работе? Была очень низкая заработная плата. Детки подрастали. Доходов не хватало. Я всегда старалась взять свободных полставки, чтобы работать на полторы. В определенный момент по обстоятельствам передо мной стал выбор. Как поднимать своих детей и жить дальше. Дети растут, доходов не хватает. Решение было принято. Я написала заявление на расчет и открыла частное предпринимательство. Стала хозяйкой своего бизнеса. До определенного момента доход устраивал. Работали, зарабатывали, поменяли две машины, ездили с детьми отдыхать, выучили детей. Но и в этом бизнесе были свои трудности. Была привязка к месту работы, различные проверки санстанций, погодные условия. Летом было очень тепло, зимой холодно. А мы ведь не молодеем. По жизни я человек трудолюбивый, и так, может быть, бы и работала. Но судьба подарила мне еще один шанс сделать мой выбор. Однажды по дороге в налоговую с годовым отчетом в автобусе я случайно встретила свою соседку, которую почему-то стала реже видеть в городе. И как обычно при встрече мы задаем вопрос: «Как дела? Где ты пропала?» Я получила такой эмоциональный ответ, яркий, с такими горящими глазами. Мой будущий спонсор сказала мне: «А я сейчас директор в Oriflame, имею 17 зарплат в году». Получила премию в $1000, сделала ремонт на кухне, купила новую кухню, посещаю банкеты, путешествую с компанией. У нас такая дружная команда. И последнее, что меня окончательно заинтересовало, были слова. Я могу выйти на пассивный доход, который я передам по наследству своим детям. А у меня, как у предпринимателя, сразу в голове мысли побежали вперед меня. А что же я передам своим детям? Свой рынок с теплом и холодом. И что же такое этот Oriflame, который можно передать по наследству? На тот момент я пользовалась продуктом. Дочка училась в университете и привозила мне. Она говорила, что берет у подружки со скидкой. Но я больше ничего не знала об Oriflame. И думаю, что же такое этот Oriflame? Что вообще он дает? Соседка пригласила меня вечером на чай. Приходи, чайку я тебе расскажу, попьем. Я, конечно же, сразу согласилась. Долго смотрела и слушала на ее рисованные кружочки. Мало что, конечно, поняла в этих кружочках. Зато я помнила ее фразу, что мы можем передать по наследству. И я поняла, что тут есть деньги. И решение было принято. Я начала знакомиться со словом «Oriflame». Что же такое этот «Oriflame»?
Почему я решила прийти в бизнес? Здесь я увидела гибкий график работы. Являясь частным предпринимателем, я выходила на свою работу в любое время дня, как говорится, и года. То есть, какая бы ни была погода, дождь, солнце, я шла на свою работу. Здесь я сижу дома, никуда не бегу и не спешу, и никакая погода мне не страшна. В Oriflame я увидела личностный рост, признание. Есть команда единомышленников, которые готовы поддержать и помочь, поделиться знаниями. Тогда как на рынке я добивалась всего сама. Компания дает возможность путешествовать. Когда рынок я могла оставить 3-4-5 дней, и мне надо было ворачиваться на свою работу, чтобы не потерять клиентов. И самое важное, я увидела в компании очень большие деньги, которые я могу передать по наследству. Вы все зарегистрировались в проект Айкум Триумф, который сотрудничает с известным брендом компании Oriflame. Вы уже слышали и посмотрели какие-то возможности, которые открывает компания перед вами. Наше сотрудничество. И первое, конечно, что хотели бы вы знать, из чего и как стартовать, какими должны быть ваши действия. Хочу вам сказать, вы приняли правильное решение создать свой бизнес. Вы хотите изменить свою жизнь и жизнь вашей семьи. Наша команда – это ваш надежный партнер. И мы заинтересованы в вашем успехе. Партнерские отношения – это договоренность о взаимодействиях. Мы вам предоставляем информацию, помощь и поддержку, но свой бизнес вы будете строить своими руками. Каким будет ваш бизнес, зависит только от количества и качества ваших действий. Выполняйте рекомендации, ежедневно действуйте и будьте на связи с партнерами. Даже при большом вашем желании мы не сможем осуществить все ваши мечты. То есть без ваших именно действий и готовности действовать. Мы будем показывать вам направление, а вы будете действовать. Мы сотрудничаем с компанией Oriflame. Это новое направление информационное с новыми технологиями и методами работы, что дает возможность создавать свой бизнес. И управлять им вы можете в любой стране, с которой сотрудничает компания. Не секрет, что мы с компанией Oriflame развиваем сетевой бизнес. Я думаю, вы это знаете. Поставьте, пожалуйста, в чате двоечки, кто знает и не боится этого словосочетания, что мы строим сетевой бизнес. Замечательно, все знают. Спасибо. Так вот, ведущие специалисты говорят, что как минимум один год из сетевого бизнеса нельзя уходить. Запаситесь терпением. Делайте каждый день активные действия, понемножку каждый день. Но это будет продвигать вас, и у вас обязательно все получится. Вы посадили свой маленький росточек вашего бизнеса, и только от вас зависит, каким он вырастет. Это будет большой, красивый, успешный, цветущий цветок ваш бизнес. Или он так и останется маленьким и не вырастет. Успех не приходит сам по себе. Ради его достижения нужно трудиться. Для этого, прежде всего, следует определиться со своими собственными желаниями для лучшей жизни. С чего же мы будем стартовать? Обязательно нужно активировать личный кабинет путем размещения заказа. Посмотреть полную презентацию о сути бизнеса. Если вам что-то непонятно, обратиться к вашему наставнику, чтобы получить ответы на все волнующие вас вопросы. Подписаться на обучающую рассылку успешного старта. Внимательно просмотреть все. Можно даже несколько раз. Связаться с вашим спонсором. Это тот человек, который пригласил вас в бизнес для обсуждения вопросов и планирование дальнейшего развития вашего в команде.
пройти инструктаж, после которого ваше видение пути будет более понятным, и стартовать. Ваш спонсор вам в этом поможет. Почему вы в компании Oriflame? Сколько вы хотите зарабатывать? Напишите, пожалуйста, в ваш список ваших мечт и целей. Желательно дописать до 100. За один раз, конечно же, у вас этого не получится. 2-3 дня у вас уйдет на то, чтобы написать все ваши цели и желания. Вы должны понимать, почему вы здесь. Что вы хотите? О чем мечтаете? Вы хотите сделать дома хороший ремонт или купить новую квартиру? Или поменять квартиру на дом? Купить новый автомобиль? Может быть, вы хотите дать своим детям хорошее образование? Или, может быть, вы мечтаете о путешествиях? И вам нужна финансовая свобода. Не когда-нибудь, а сейчас нужно жить. Уже сейчас. Не откладывать на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Через несколько лет жизнь пролетит. И все то, о чем вы мечтаете, так и не сбудется. Вот в работе по найму вы не можете мечтать, потому что вы привязаны к ставке заработной платы и к месту работы. Вот вы должны знать цену вашей мечты. Сколько стоит ваш новый дом? Сколько стоит ваша будущая машина? Ставьте большие цели. Мечтайте о большом, чтобы у вас хватило энергии создать свой бизнес, чтобы вы знали, ради чего вам здесь работать. После того, как вы присоединились к проекту, обязательно установите скайп-чаты. Их у нас несколько. В этих чатах вы будете знакомиться с продукцией, с обучением. Прочитайте, найдите, скачайте «Бизнес-трафарет» книжку. Развивайтесь, открывайте свое видение. И все возникающие вопросы решайте сразу с наставником и спонсором. Организуйте свое информационное поле и свое рабочее место. То есть, я сказала о скайп-чатах, но сейчас это у нас Telegram. В Телеграме есть несколько скайп-чатов, ваш спонсор везде ваш добавит. Для того, чтобы быть на связи с наставником и получать своевременно информацию. Скайп устанавливаем для того, чтобы ваш наставник помог вам в каких-то затруднительных действиях через демонстрацию экрана. Создайте свою почту на Gmail. Именно этот сервис будет удобен вам для работы, чтобы мы могли управлять своими таблицами на Google Диске, документами, выход на канал YouTube. Это очень обширная возможность для ваших бизнес-инструментов. В чате для команды вы будете получать новую информацию, объявления, обмен опытом успешных людей. Это будут и видеоролики, и мероприятия. Все то, что проходит у нас в команде и в компании, все это вы будете видеть в чате Telegram. Если у вас телефон старый, кнопочный, вы можете установить Telegram на компьютере или ноутбуке. Если у вас смартфон, очень удобно скачать на смартфон Telegram, и вы можете заходить в чат и читать информацию, даже не находясь дома. То есть вы будете знать вовремя все события, будете лично сами все просматривать в чатах. Приготовить нужно рабочие странички, посмотреть свои личные старые. Для работы мы создадим новые, а на своих страничках мы будем развивать личный бренд. Этот бренд будет на долгосрочность. Немного позже у вас будет от проекта сайт-визитка, которая поможет вам в информационной деятельности.
для работы вы будете рекрутировать этой сайт-визиткой. Что же нужно делать для успешного старта? Залог успешного старта – развитие в нашем бизнесе. Это правило 3П. Самому пользоваться продуктом, самому посещать обучающие вебинары и самому приглашать людей в команду. Если мы сами не будем этого делать, то и наши партнеры, глядя на нас, тоже не будут этого делать. В чем же зависит секрет нашего успеха? На начальном этапе кто-то боится, кто-то стесняется, кто-то пришел сюда посмотреть, а действительно ли это так, что здесь люди зарабатывают. Кто-то говорит, пока не буду делать или не могу. Кто-то говорит, я хочу это сделать. Но когда человек действует, двигается, обучается, и в конце получается, что это совсем не сложно, совсем не страшно, и у меня все получается, я все могу. Первое правило – пользоваться продуктом. То есть нам нужно организовать свой личный товарооборот. Для этого нужно познакомиться с продукцией. В первую очередь, надо поменять привычку покупать необходимую аналогичную продукцию, которая есть в нашем магазине, не покупать в других магазинах. То есть мы являемся первым покупателем своего магазина. Очень важно познакомиться с продукцией в нашем магазине. С линейкой продукции Wellness, это продукция для здоровья. Нужно смотреть различные видео о продукции от специалистов, изучать видео от медиков о продукции Wellness, определиться с продукцией Wellness для себя и для своей семьи. Мы все хотим, чтобы мы и наши родные были здоровы. Не ждать от спонсора, когда спонсор напишет «посмотри вот это видео» или «найди вот это видео». Самой интересоваться, находить интересующее вас видео и двигаться вперед. Нужно обязательно активировать наш кабинет своим активационным заказом. На начальном этапе это может быть небольшой заказ, но нужно постараться сделать первый заказ, получить каталоги и сделать следующий совместный заказ, чтобы пойти по стартовой программе. То есть в течение 21 дня вы, как новичок, можете получить шикарные подарки от компании. Это уже будет ваша первая заработная плата, выручка. Вы можете эти подарки подарить, вы можете их продать. Компания начинает одаривать вас хорошими подарками, скидками. Вы, когда сделаете первый заказ на 150 бонус-баллов в течение каталога, то есть вы пройдете первую ступеньку лестницы успеха. Вы уже получаете доход первый, который компания вам выплачивает. Как участник премьер-клуба, вы тоже получаете льготы. И все ваши бизнес-партнеры обучаются после вас делать личный товарооборот 150 бонус-баллов. Как же вы хотите развиваться? Как и на обычной работе, каждый человек работает по-разному. Кто-то приходит с желанием работать и продвигаться, а кто-то приходит, чтобы получать заработную плату и не спешит действовать. То есть кто-то в течение дня вытачивает 100 деталей на заводе, а кто-то 10. Также и в бизнесе. Как вы хотите развиваться? На примере менеджера 15% в вашей команде товарооборот составляет 3000 бонус-баллов. Люди могут быть активными и не очень. Когда люди не активны, вот пример показан, когда у вас в команде 100 человек делает по 30 бонус-баллов, это составляет ваш товарооборот 3000 бонус-баллов. Но вам нужно для этого пригласить аж 100 человек. Когда 50 человек в вашей команде делает по 60 бонус-баллов, вы тоже получаете 3000 бонус-баллов товарооборот. Но 50 человек тоже много. Если у вас 30 человек в команде партнеров делает по 100 бонус-баллов, это тоже товарооборот 3000 бонус-баллов. И если вас активных, допустим, 15 человек, которые делают по 200 бонус-баллов, легко.
и вы менеджер 15%, те же самые 3000 баллов вы получаете. То есть выгодно и вам, и выгодно вашей команде. Обязательно организуйте свое обучение, обучение ваших новичков. Посещайте вебинары, пересматривайте их в записи. С одного раза ничего не усваивается, говорю вам по своему опыту. То есть, когда смотришь вебинар, смотришь слайды, слушаешь на эмоциях, отвечаешь, пишешь в чате, а когда пересматриваешь, замечаешь какие-то фразы, какие-то фишки с вебинара, которые цепляют тебя, остаются у тебя в голове. Обязательно будьте на связи с вашим менеджером или вышестоящим спонсором. Читайте наши чаты, в них очень много информации. Изучайте обучающий сайт iCum. Смотрите записи на канале YouTube. Может быть, будут записи не только нашей команды. В Oriflame очень много лидеров и есть с кого брать пример. Развивайтесь, читайте литературу по бизнесу и посещайте мероприятия от команды и от компании. У нас зарабатывают профессионалы. Как мы приглашаем людей и развиваем свой бизнес? Когда один человек приглашает 5 активных людей, у вас появляется 5 партнеров. Когда каждый из этих 5 партнеров начинает активно действовать и приглашает тоже по 5 партнеров, получается 25 партнеров. И когда каждый из 25 пригласит по 5, у вас получилась огромная команда, ваш бизнес растет. Приглашайте активных людей, которые ищут доход и хотят заработать. Не приглашайте к себе в компанию лентяев, которые на работе не хотят работать. Организуем приглашение людей в команду. Это у нас называется рекрутинг. Рекрутируем мы везде. Рекрутируем в соцсетях, рекрутируем на досках объявлений, работаем со списком знакомых, создаем личный бренд, изучаем способы рекрутирования. Когда вы новичок, вы начинаете с одного способа. Обучились, у вас уже это стало на автомате, беритесь за другой способ. Изучайте второй. Найдите ваш способ, который вам будет нравиться и по которому вы будете с удовольствием работать. Наденьте на себя бронежилет. Изучите и посмотрите несколько вебинаров с возражениями. Люди всегда возражали и всегда будут возражать. Когда люди возражают, значит, у них есть вопросы, значит, они в чем-то сомневаются. Значит, они хотят услышать от вас ответы на свои вопросы. Есть, конечно же, статистика при работе в онлайн. Если вы новичок и провели 1-2 собеседования, и у вас не получилось, человек вам отказал, не расстраивайтесь, не все придут вам в компанию, к вам придут только ваши люди, это будут ваши надежные партнеры. Для того, чтобы у вас рекрутинг стал на автомате, нужно получить 1000 отказов. Получайте их, не бойтесь. И это приведет вас к успеху. У вас должен быть план 1 регистрация в день. Тогда у вас будет быстрый рост в вашей команде. В нашей компании зарабатывают очень хорошие деньги. Я пришла сюда на эти деньги, и я знаю, что они здесь есть. Рекомендую вам посмотреть возможности компании, увидеть, какие деньги есть и какие деньги компания готова платить вам за ваши действия и за ваши результаты. Мы равняемся на наших спонсоров, которые активно трудятся и показывают пример. Здесь вы видите чеки, это достижение наших спонсоров. Не ставьте себе маленьких целей, не ставьте себе цель директора. Это вас не будет мотивировать. Ставьте себе большую цель на 3-4 года. Ставьте себе цель, та, которая будет вас мотивировать. Только от вас зависит, как вы проживете остаток жизни. Вы будете жить как все,
или вы будете жить так, что будет вспомнить, как вы жили, и ваши родственники, дети будут гордиться вами и вспоминать вас. И еще у меня есть такая рекомендация. Вы должны верить в себя, особенно в те моменты, когда в вас не будет верить никто. Ни родственники, ни знакомые, ни соседи, ни друзья. Но вы будете уверены, что я это сделаю. И тогда у вас все получится. Желаю вам успешного старта, веры в свои мечты, исполнения всех ваших желаний. С Oriflame у вас все сбудется. Спасибо вам!